это ID Fashion Казахстан. Сегодня мы находимся на ярком ивенте в честь открытия магазина итальянского бренда Tod's в Алматы. Заядлые модники и ценители прекрасного уже предвкушают грандиозное событие. Что же ожидает нас сегодня, мы узнаем вскоре. Если вы не тут, не расстраивайтесь, потому что мы готовы вести вас в курс дела. You are not just a guest of today, you are a representative of Tod's company, right? Yeah. So what does this evening, this event mean to you? So for us it's something magic because it's first time in Almaty and it's first store in Kazakhstan. And for us Kazakhstan is like a magic country because it's the link, the beating heart between Europe and Asia. So that really for us it's more than an embassy. We would like to bring here some pieces of Italy so that everybody can come and think of Italy, think of our craftsmanship, of our heritage, made in Italy, luxury, so all this Italian mood we would like to represent in Kazakhstan. Well, I'm not an expert, but I'm Italian, so I have some taste for fashion, and Italy is one of the main players worldwide, so I follow a bit. It's a nice product, very classic, high quality, and it's Italian. Очистительство честно заработанными деньгами – дело благое, особенно если ты знаешь толк в шопинге. И самое главное его правило – количество – качество. О том, почему гости сегодняшнего вечера предпочитают Tod's, узнаем прямо сейчас. Расскажите нам, пожалуйста, чем вам нравится компания Tod's и тот товар, который она производит, обувь, мокасины, что вы предпочитаете именно из этой марки? Ну, компания Tod's действительно одна из самых известных и успешных компаний в мире обувной моды. Конечно же, я ее очень люблю, ценю и уважаю, потому что не могу сказать, что я такой прям яростный поклонник этой марки, но в любом случае я имею несколько пар мокасин, потому что они действительно очень удобные, отличаются высоким качеством. Очень богатая цветовая палитра и, конечно же, наверное, одна из таких пар всегда очень удачно служит мне в путешествиях. Что вы цените в первую очередь в обуви? Что для вас важно? Комфорт, умноженный на красоту, на изящество. Tod's ее в себе сочетает. Я вообще люблю эту обувь, а Tod's, я считаю, незаменимой в повседневной жизни и для путешествий. Мне вообще понравились две положительные, потрясающие коллекции, но мужская была выше слов. Женской все-таки мне больше нравится классика. Еще одна великолепная гостья сегодняшнего вечера – это ключевой деятель в индустрии моды и красоты Казахстана Ирина Байжанова. Она же организатор КФВ в Казахстане. Ирин, добрый вечер. Как ваше настроение? Настроение отличное. Такой праздник сегодня. И открытие такой марки, как Tod's, это очень хорошо для Казахстана. Я думаю, что Казахстан сейчас на такой волне, где все бренды уже мировые, известны, уже все есть. Я с удовольствием ношу мокасины Tod's, и у меня их не одна пара. И я очень люблю эту обувь и очень рада, что она здесь появилась. Как сегодняшний вечер в целом? Эмоции какие преобладают? Эмоции определенно преобладают позитивные. И бренд, который открылся, Tod's, большой итальянский бренд, модный, наконец-то пришел в Казахстан. Я ношу марку Tod's. Это очень комфортная обувь, которая знаменита своими шипами, которые на самом деле несут такой комфортный дух. В них удобно ходить. И у меня есть несколько пар обуви Tod's.
joyful, I'm very proud of. It's amazing country, amazing people. Kazakh people are very welcoming. They are sincere, spontaneous. We are very similar as Italian, like Italian. Это уникальный мир со своими правилами, поражающий нас буйностью красок и множеством тенденций. Уследить за всеми событиями фэшн-индустрии кажется просто нереальным. Но не с ID Fashion. С нами вы шагаете в ногу со временем. ID Fashion – Real Emotions.